Приветствую всех на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить тушеную печень в сметане с макаронами. Для приготовления печени нам понадобится 1,5 кг куриной печени, 1 кг лука, 100 г 15% сметаны, пол столовой ложки соли, пол стакана муки, 1 лавровый лист, 1 чайная ложка приправы смесь перцев, 1 стакан воды, пол стакана подсолнечного масла. Для приготовления гарнира нам понадобится 3 литра воды, 500 грамм макарон, 50 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка соли без горки. Лук нарезаем полукольцами. Куриную печень нарезаем небольшими кусочками. Печень выкладываем в большую емкость. Туда добавляем муку. Все перемешиваем. В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Разогретое масло выкладываем репчатый лук. Обжариваем его до золотистого цвета. Готовый лук перекладываем в другую тарелку. В эту же сковороду наливаем подсолнечное масло, выкладываем печень и обжариваем до коричневого цвета. Затем в печень добавляем приправу смесь перцев, солим, добавляем лавровый лист, добавляем сметану, все перемешиваем. Добавляем воду. Закрываем крышкой и тушим до готовности.
Затем добавляем обжаренный лук. Немножко томим под крышкой минут 5. Затем открываем крышку. Все перемешиваем. Печень готова. В кипящую подсоленную воду высыпаем макароны. Даем закипеть и варим 5 минут. Затем сливаем воду. Кладем сливочное масло и хорошенько перемешиваем. Гарнир готов. Приятного аппетита!